чувашское наследие. В детском лагере «Золотой колос» открылась этнокультурная смена «Эткер». Живой, богатый, и все это чувашский язык. Ребята знают его в совершенстве, хотя приехали с разных уголков России. Башкирии, Татарстана, Тюменской и Саратовской областей. Они живут там вместе с родителями, уроженцами нашей республики. Вместе с ними язык совершенствуют и местные ребята. Мне в лагере очень сильно нравится. Настроение каждый день хорошее. Дети очень понравились, и мы очень сильно сдружились с ними. Также здесь, в лагере, все почти разговаривают на чувашском языке. Если даже ребенок не понимает, то вожатые могут объяснить. Попасть в смену «Эткер» непросто. Вот уже в 13-й раз здесь собрались победители и участники чувашских олимпиад и конкурсов. Почти 40 ребят. Программа в лагере соответствующая. Просмотры фильмов о Чуваши, экскурсии в музеи, встречи с деятелями культуры и тематические мастер-классы. Организаторы обещают, 14 дней пролетят незаметно. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Олег Якимов. Республика.